Танеев Виктор Данилович. Год рождения 1945. Русский. Образование высшее. За выдающиеся спортивные достижения награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы Народов. Коммунист, заслуженный мастер спорта, 11-кратный чемпион СССР в тройном прыжке, 7-кратный чемпион Европы, 3-кратный победитель Олимпийских игр в Мехико, Мюнхене, Монреале. Так послушаем, что расскажут о нем его мать Ксения Алексеевна, жена Таня, его первый наставник Акоп Керселян и два тренера сборной страны Игорь Тараванесян и Витольд Креер. Я знаю Санеева, все его сильные, слабые стороны. Могу сказать, что и понимаю его. Но вот только одного понять не могу, как он 3 золотые медали выиграл подряд. Это для меня загадка. Еще в 20-е годы голод согнал семью кубанских казаков Санеевых с насиженных мест и заставил искать счастье в иных краях. Виктор родился и вырос в Сухуми. То было трудное послевоенное время. Внезапно тяжело заболел отец. Мать работала уборщицей, сажала цветы в парках, стирала белье у чужих людей. Как могла, кормила семью и воспитывала единственного сына, как умела. Что трудно было мне, очень трудно. Приходилось в жизни не то мне и другим многим так. Мучилась своими трудами. Так меня муж пролежал парализованной и сказал, ты когда побьешь, вид не давай. Так я все на сердцу на себе переживала, что никогда не поцелую и не пожалею его. Вот такая я была. Как он мне приказывал воспитывать, так я его и воспитывала. Я теперь только спрашиваю, Виктор, как ты ко мне? Он говорит, мама, я тебе за эти слова, что спасибо говорить, говорю вот всем, что ты меня строго держала. Это только так вот говорю, а что на сердцу все, она отлеглась, и зато, может, она так и теперь еще колышется еле-еле. Подобно всем сухумским мальчишкам, Виктор гонял футбольный мяч, бегал, плавал и ничем особенно не отличался от такой же бегающей и плавающей приморской ребятни. И заслуга его первого тренера Акопа Керселяна в том, что он сумел угадать в этом совсем обычном, неказистом на вид пареньке будущего чемпиона. Голову держи. Тут Санееву, безусловно, повезло. Как же это случилось, Акоп Самвелович? У меня был свободный урок. Директорша школы, Малыгина, Таисия Петровна, берет меня под ручки и говорит, Акопчик мой дорогой, пойдем, я тебе покажу твоего будущего рекордсмена. Я говорю, Таисия Петровна, там нечего смотреть, я с маленькими пока не работаю. У меня старше, ну с 5-го, 6-го класса. Я говорю, это 4-й класс, очень маленький. Она, ничего, идем, я тебе покажу. Стоит щупленький мальчик, ну таких мальчиков много в классе, там 35-40 человек. Я говорю тогда, я говорю, Витек, ну давай, сделай один прыжочек. Вот он разбежался, бежит легко, свободно, прыгнул. Так легко оттолкнулся, взял я рулеточку, замерил 4.40. Я говорю, Витек, а легкую атлетику ты знаешь? Он говорит, а что будем делать? Я говорю, бегать. А прыгать будем? Я говорю, обязательно. Вот я, говорит, люблю прыгать. Я говорю, ну и будешь прыгать. Но надо быстро очень бегать для того, чтобы далеко прыгнуть. Он говорит, буду, говорит. Ну что самое главное в этом малыше мне понравилось, это его большое трудолюбие.
Вплоть до того, что идет проливной дождик, я сижу дома, не хочется мне идти на тренировку. Ну, дождь идет, куда идти? Вдруг приходит этот малыш ко мне. Самвелыч, а тренировка сегодня? Я говорю, Витек, а дождик идет. Ну, Самвелыч, у вас что, ничего нет с собой, что ли? Плаща хотя бы. Ну, знаешь, что у меня все есть, конечно. Беру я плащ, и идем мы с ним на тренировку. Никого на стадионе нет. Я и Витя вдвоем. Идет время. В 1964 году молодого сухумского прыгуна примечает тренер сборной страны Витольд Анатольевич Креер. Теперь уже Виктор работает по его системе. Растут результаты, приходят первые победы. И вдруг беда. Травма ахиллова сухожилия, а попросту говоря, стопа не выдержала колоссальных напряжений. Санеев тогда писал Витольду Крееру: «Нога все болит. Отрезать, что ли, стопу и приделать другую? Лечу вон уже сколько, а ничего не изменилось. Мама варит какие-то травы, делаю компрессы, но все по-прежнему. Болит. Если бы вы знали, Витольд Анатольевич, как хочется разогнаться во всю силу и прыгнуть, да так, чтоб и не нашли. 2 года Виктор терпеливо лечил ногу, 2 года ждал, бегал, поднимал штангу, но прыгать не мог. Наконец нога отпустила, и сразу же он рванулся в бой. 1968 год. Мехико. Первая Олимпиада Санеева. Правда, уже в то время журналисты считали его одним из возможных претендентов на победу. И в течение 2 последних лет он неизменно выигрывал почти все крупные соревнования. Однако едва ли кто-нибудь мог предположить, что на этот раз схватка пройдет в такой накаленной борьбе на уровне столь поразительных результатов. В течение 1 дня мировой рекорд улучшался 5 раз. Вначале его побил итальянец Джантили, дважды прыгнувший за 17 метров. Ни один из советских прыгунов никогда не переступал этого рубежа. И вдруг 17:23. Это прыгнул Санеев. Бразилец Пруденсио улучшает мировой рекорд еще на 4 сантиметра. 17:27. Его результат буквально ошеломил стадион. Но вот тут-то сработало то, что и впрямь можно назвать чудом Санеева. Его поразительное умение собрать всю свою силу в решающий миг борьбы в победный бросок. 17:39. Таков результат его последней попытки и 5-й в этот день мировой рекорд. И первая в жизни золотая олимпийская награда Виктора Санеева. Месяц спустя после Олимпиады Санеев писал Витольду Крееру: «К сожалению, тренируюсь мало, замучили выступлениями в учреждениях и школах. Жду не дождусь, когда кончится эта шумиха, и можно будет приступить к нормальным тренировкам. В институте дела идут неплохо. Скоро получу диплом агронома, так что среди агрономов я буду прыгать тройным дальше всех». Если бы коротко пытаться охарактеризовать Виктора как человека, то, мне кажется, такой главной чертой его характера является какая-то большая внутренняя скромность. Внутренняя скромность и порядочность этого человека. Потому что все-таки за столько лет можно было бы привыкнуть к успеху, можно было бы как-то адаптироваться, как-то потерять какую-то чувствительность, приобрести какую-то черствость. Виктором, к счастью, этого не случилось. Он, как я сказал, уже продолжает оставаться очень скромным, очень внутренне порядочным человеком. И он не живет долго радостью этих успехов. Это одна из причин его долголетия.
я бы сказал, тем, что у него плохая память, если можно так сказать. В общем-то, он действительно быстро забывает свой успех, и всегда у него стоит впереди какая-то цель, к которой он стремится. И он считает, что лучше не помнить эти вот настоящие успехи, чтобы было легче готовиться к будущему. Даже вот перед каждой Олимпиадой он говорит, что я ничего не выигрывал, ни в одной Олимпиаде я не участвовал, мне нужно все начать заново. Через 4 года спортсменов встречал Олимпийский Мюнхен. На сей раз мало кто верил в победу Санеева. Его продолжали преследовать травмы. Он проиграл Кубок и первенство Европы спортсмену из ГДР Дремелю. Проиграл он и первенство Союза. Но на Олимпиаду все же поехал. Ему предстояло доказать, что, несмотря ни на что, он по-прежнему сильнейший. С больной ногой нельзя было рассчитывать на длительную борьбу. Надо было решить все сразу, одним ударом. И в первой же попытке Санеев улетел на 17 метров 35 сантиметров. А что же Дремель? Первый прыжок Санеева, по-видимому, настолько ошеломил его, что он так и не смог показать ничего во всех своих дальнейших попытках. Я думаю, что за свою жизнь он поработал за двоих, спортивную жизнь, поработал за двоих. За 10 лет, вот подсчитали мы с ним вместе, он наскакал на одной ноге, с ноги на ногу, 700 километров от Москвы до Ленинграда. А пробежал спринтом от Москвы до Тбилиси, 2000 километров. И оценивая его как тренер, которому приходилось очень много работы с ним, его нужно заставлять отдыхать. Заставлять отдыхать. Ну, я не знаю, я сам отличался вроде фанатичным отношением к тренировке, знаю другие, но такие святые дни, праздники всеобщие и даже личные праздники, значит, я, в общем-то, не тренировался. У него такого нет состояния, чтобы он не тренировался. Он говорит, я не могу не тренироваться. То есть для него это образ жизни, для него это жизнь. Без этого он не представляет своего существования. И когда спрашивают, Виктор, а как ты можешь, не тяжело ли тебе это? Ведь это такие огромные нагрузки, такой колоссальный труд. И это действительно так, действительно это большой труд, действительно это нелегко, действительно это связано с какими-то напряжениями, но это потребность внутренняя этого человека. Из письма Санеева Витольду Крейеру. Только что узнал по радио о потрясающем рекорде Оливейры – 17.89. Здорово! Ну что же, это будет для меня хорошим стимулом в тренировках. А с Оливейрой, я думаю, мы еще потолкуем в Монреале. После Олимпиады в Монреале Санеев признается, что эта золотая медаль досталась ему как никогда тяжело. Действительно, когда силы у соперников были уже на исходе, американский спортсмен Батц вдруг показал очень высокий результат. Но снова исход схватки решило все то же удивительное умение его собраться в самый критический миг борьбы. В предпоследней пятой попытке он выиграл свой третий олимпийский бой. Американец Батц получил серебро, Оливейро – бронзу. Виктор Санеев. Один из немногих спортсменов мира, кому удалось уже трижды выиграть золотую олимпийскую медаль. И не следует забывать, что все эти годы он еще и работал, учился, окончил два вуза. У него семья, жена и ребенок.
заботы о семье. Он предельно занят. Самые разнообразные дела и обязанности. Я считаю, что надо смело сказать о том, что истинным, настоящим, глубоким увлечением, увлечением, которое перешло в страсть, является для него спорт. И как нормальный, здравомыслящий человек, конечно, он читает, конечно, он бывает в театре, конечно, он интересуется всей жизнью, которая окружает его, но серьезным увлечением для Санеева является спорт. Сегодня всех тех, кто годами следил за Санеевым, волнует вопрос, будет ли Виктор участвовать в Московской Олимпиаде, сумеет ли выиграть? Ну, это вопрос, на который невозможно всерьез ответить, потому что тройной прыжок, на мой взгляд, еще далек от пределов. Потому что если, скажем, в прыжках в длину, Бимон улучшил результат мирового рекорда сразу на 55 сантиметров в одном прыжке, то мне кажется, что в тройном прыжке тоже можно ожидать появления какого-то человека, который может, ну, как сказать, сделать революцию в этом виде. Если это не произойдет, если тройной прыжок останется на уровне где-то порядка 17 метров 50 сантиметров, то мне представляется, что Санеев на этом уровне может и через 4 года ставить себе задачу выигрывать еще одни Олимпийские игры. Ну, я думаю, все-таки он будет бороться, если, конечно, не помешают травмы. Да, выиграет ли Санеев Олимпиаду? Я бы сказал так, если он будет здоров, как сейчас, то выиграет. Чемпион Олимпийских игр навсегда остается в истории спорта. Завоевать это звание дважды невероятно трудно. Три раза почти невозможно. Не фантастично ли думать сегодня о четвертой медали? Впрочем, стоит ли загадывать, не сглазить бы. Виктор, вы верите приметам? Об этом я скажу после четвертой Олимпиады. Вот тогда я могу сказать, что я верю в приметы, а пока нет. Так в чем же все-таки тайна Санеева? Впрочем, под силу ли нам разгадать ее, если даже и для тренера она часто остается неразгаданной? Вы знаете, что когда человек делает что-то очень хорошо, вот это и является тайной. Почему он... Ведь это так просто. Ведь это так просто. Он так легко разбегается и прыгает. Это все очень понятно. Но как ему это удается? В какой-то степени, может быть, со стороны виднее, я думаю. Потому так и странно. На этот вопрос очень трудно ответить. Вообще даже не знаю, со стороны виднее мне просто.